Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Vitz 2017 года в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 1 литр, мощностью 69 лошадиных сил. А КПП передний привод, имеется спойлер, автомобиль на хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, дефлектор капота, пробег 55 тысяч километров, по салону темный салон, чистый ухоженный ткань. Имеется система курсовой устойчивости, противотуманные фары, обогрев заднего стекла, стандартная печка с кондиционером, мультимедиа, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.